После успешной сделки мужчина возвращался в Тамбов на междугороднем автобусе. В дороге он задремал, а когда проснулся, своих денег не нашел. Других пассажиров уже не было, а водитель транспорта ничего подозрительного не заметил. Отчаявшись решить проблему самостоятельно, потерпевший обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен, им оказался водитель автобуса. После чего водитель автобуса был допрошен, он признал свою вину в совершенном преступлении и показал место, где спрятал похищенные денежные средства. 1,5 миллиона рублей он спрятал у своих родственников. Деньги при обыске изъяли и вернули потерпевшему. А 27-летний водитель автобуса находится в изоляторе. На него заведено уголовное дело по статье «Кража». Законодательством за кражу, совершенную в особо крупном размере, предусмотрено до 10 лет лишения свободы.